Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твоя от века сущие, их же ради Его человечился Иси, и распятие и смерть, спасение ради правов Тя верующих, претерпеть и изволил Еси, и воскрес из мертвых, вознесался Иси на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь и на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое, и услыши смиренное моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твоя приносящего. И в первых помяни церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдел еси честною Твоею кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреоборимо адовыми враты вовеки сохрани. Раздирание церквей утиши, шатание языческое угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силою святаго Твоего Духа обрати. Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство ея, да тихо и безмолвное житие поживем во правоверии и во всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, и помилуй великого Господина и Отца нашего, святейшего Патриарха Кирилла, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и иноческий чин, и весь причет церковный, я же поставил еси пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй и спаси мя грешного. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, и святыми Его молитвами прости мое согрешение. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, братью и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и примирная благая. Спаси, Господи, и помилуй старцы и юные, нищие и сироты, и вдовицы, и сущие в болезни и в печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зряднее же в гонениях, Тебе ради и веры православная, от язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и избаву им подашь. Спаси, Господи, и помилуй благотворящие нам, милующие и питающие нас, давшие нам милостыни и заповедавшие нам недостойным, молитесь о них, и упокоевающие нас, и сотвори милость Твою с ними, даруй им вся яже ко спасению прошение и вечных благ восприятие. Спаси, Господи, и помилуй посланные в службу, путешествующие, отцы и братью нашу и вся православные христианы. Спаси, Господи, и помилуй их же аз безумием моим соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Спаси, Господи, и помилуй ненавидящие и обидящие мя, и творящие ми напасти, и не остави их погибнуть и меня ради грешного. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти.